Всем привет, с вами Drone Adventures. Я думаю, что вы уже поняли, что сегодня будет, но хочу вас сразу предупредить, лучше не пытайтесь повторить подобное, потому что это очень опасно. В нашем случае было все согласовано, мы продумывали заранее тщательно, что мы будем делать, координировались с организацией данного действия. Хочу сказать огромное спасибо волонтерам Монина, особенно Олегу, и также обязательно, конечно, хочу поблагодарить летчика Игоря Колоколова, который, собственно говоря, управлял самолетом. Ну и приятного вам просмотра. Это батарейка. Все, пробую.